проснулся. Корова пришла, корову покормил, курей. Собака, кошка, один мяу, другой му. Покормил всех, потом сам умылся, позавтракал. Ну, естественно, смотришь, если погода позволяет, естественно, собираешься в море. Нет хороших таких, как комбинезоны, чтобы тоненькие, куда они, видишь, даже тянутся, рвут. Были бы по... Ну, у нас все делают специально, чтобы ломал побыстрее. Так. Без мотоцикла здесь жизни нет. Это... Ну, без этого транспорта вообще ничего не сделать. Я замглавы администрации и секретарь, ну, как бы, в этом острове. Мы даже не село, а жители непосредственно столицы нашей родины. Это, ну, я имею в виду Махачкалы, я имею в виду столицы Республики Дагестан. Чечень – это полная корзина с рыбы, перевод. Вот. Ну, потому что у нас действительно... Насчет рыбы благоприятные условия, тепло, мелко, экология чистоган, никаких заводов, канализации и тому подобное. Кефали, судак, и сижан, и воба, и ну вся, весь то, что и окуница, и щуки иногда попадают. Ну все есть, вся рыба есть. Рыбацкий труд – это очень адский труд, это не просто так, это и здоровье гробишь. Вот лещ по 15 рублей, а мелкий 7 рублей вообще стоил. Это сколько надо его поймать, чтобы заработать. А сети стоят дорогие, допустим, 1400, то были и по 2000 сетки были. Якоря надо купить, сетки купить надо, бензин надо купить, короче, технику надо. И в результате посчитают и по нулям уходишь. Все. Включили? Да. Сейчас он включили, сейчас вещи. Мешок, убери руку. Падай же. Поставь его ровно. Кто говорили, сильные люди, типа, ну, на выселку сюда высылали. Кто говорит, что как типа поморы, прадед, здесь похоронен прабабушка, прадед, дед, отец, что вот это поколение, что я здесь, ну, по крайней мере, вот, все время это только ну, здесь и жили. 1882 года, видишь? Ты представляешь, такую махину притащить, это же, ты представляешь, это же, это я не знаю, сколько, на месте явно ее не делали. Спина болит. У меня вообще грыжа межпозвоночная. Я вот поймал ее, что один, и сейчас чуть-чуть, если неправильно, что-то резко, все, начинает адские боли. Ну, скорее всего, наверное, с Астрахани, наверное, или чей камни. Здесь даже, он, смотри, и резьба есть поэтому. Представляешь, сколько лет прошло бы? А вот наш Беловский род. Дед, бабушка, прабабушка Таисия, его брат. Отец, вот это все мои, это Беловский род. Если вот от деда взять оттуда, вот от того, от маминого, и вот, считай, это одно, второе, третье, на четвертое, пятое, наверное, поколение. Такие вот дела. Давай. Лежите с миром и с покоем.
Экспериментальный экраноплан КМ создан в 1966 году. И начиная с этого года по 80-й год проходил ежегодные испытания на Каспийском море. В зарубежной прессе даже появилось сообщение «Чудовище Каспийского моря». Вот здесь на море он стоял. Вот эта территория была как то побережье, она была закрыта. И здесь охраняли, и они вот здесь вот на рейде стояли. Была полностью эта территория. Вот почти оттуда и до туда, как вот колючие проводки было, все, вахта была. Эти с карабинами стояли, охранники. Вот здесь электростанции, где-то 4 или 5, вон там вот эти остатки дизеля. Вон там лежат. А так здесь и цех был, который и сварка, и токарный станок, и люди наши работали, островские. Вот это то, что остатки остались. Представляешь, сколько здесь было. Здесь и меди очень было много. Вот. Здесь у нас один есть этот черный искатель Анатолий. Повыкапывал, наверное, тонну на эти меди. Что это? Канарские острова или Соловки? Чечи. Родовое гнездо Каспийского монстра. Здесь, вдали от дурного глаза, мы испытывали большой корабль. Сейчас, в данный момент, у нас вот от поселения туда, в конце, там есть полигон Каспийской флотилии, помещением стреляет. Когда перед стрельбом, обычно они в администрацию звонят, чтобы предупреждать, чтобы люди там не появлялись, туда-сюда, ну, чтобы вот будет стрельба, там, как бы так. И действительно приходят корабли и стреляют. С корабля стреляют они, видишь, вот такие баллонки. Ну, видать, это как учебный, наверное. Стреляют на полигоне, без пропуска они тебя вообще не пустят сюда, без прописки, с пропиской, если у тебя есть, пропускают без прописки, без пропуска тебя не пустят, вот, то есть, хотя даже никаких границ рядом нет, но считается пограничной зоной, все. В свое время советская власть там, у нас был как бы свет по времени, допустим, с 5, там, допустим, вот в зимнее время до 11. Военная база потом была у нас, это, военная база нам тоже свет давала. Потом это все разрушилось, ни света нет, ни газа нет, никакого обеспечения. Вот собираем вот этот хворост, вот им, что, и кизяк еще, все еще. Это вот тоже кизяк собирает, тоже топит им. Ну, в принципе... Сейчас таких заморозов тоже нету у нас, что все-таки в южной стороне находимся, нам что, три штуки вот такие связать, вот тебе хватает на сутки. Сухой полно уже, видишь. Ну от него тоже кто не может правильно топить, угореть можно, знаешь как. У нас насмерть угорела бабушка с дедушкой там. Многие люди, которые здесь... В основном вот на керосинке готовят, и на керосинке, и еще плиты, у кого печка с плитой. Вот некоторые на этой плите вот дровишками кидают, и кушать варят, и все остальное, короче. Как ты справляется с этим, короче. Глядишь, там еще свяжем, да, тюбик? Еще заломчики свяжем. Давай. Обещают свет на следующий год, якобы свет, выделили государство деньги, но у нас, как обычно, как всегда, обманут, ничего не дадут, пока не огребут. Вот это шоу, мол, вот это, которое Первый канал, вот это людям голову морочит, это видно же реально, что просто людям голову забивают. И даже программа «Время» тоже голову забивает. Но все равно у меня просто ребята служат, обои контрактники. И думаешь, что там
все-таки в мире творится? Вот труженик, один труженик в России. Причем рост за счет естественного прироста населения. Путин Владимир Владимирович. Люди верят в то, что ситуация будет меняться и будет меняться к лучшему. Чего ты выпил? Вещи поэта. Благ цивилизации у нас, да. Ничего нет. Что у нас есть? Света нет, газа нет. Вода у нас своя, вот это то, что Бог дал, то, что вот у нас это, свои колодцы родниковые. А остальные все благи, которые мы для себя, мы сами, куры, скотину, это все мы сами, проживание, пропитание, вот и все. У нас вот только маяк вот здесь военный, вот они как-то более, ну, их обеспечивают, соляркой там, туда-сюда. Вот так люди выкручиваются. Раньше вот у кого дизеля были, вот, корабль вот бывает подходит, там по дешевке там можно было купить там солярку туда-сюда там. Ну как бы вот так вот. Вот. Больница была, там 12 палат было. И рожали здесь, и ну, родильные отделения были, и рожали, и палаты учили. И школа была там переполнена учениками. Сейчас уже и детей нет, уже, потому что отток идет. Сыра? Так, к какому роду относится? Если оно относится, обозначает лицо женского пола, оно относится к какому роду? Женскому роду. Напишите теперь всегда так, женский род. Так, написал первое предложение. Пиши красиво, куда ты торопишься? Я почему пишем за большой букву? Потому что она большая. Потому что ты имя мальчика. Да. Комбез, что чуть потек. Он же, видишь, ниже уровня океана 28 метров, поэтому ветер вот этот, куда ветер дует. Так что у нас очень баламутное море. Рыба на сегодня здесь, завтра там. У нас старики всегда говорили. Рыба тебя сама найдет. Ну, ставить надо сети, но, как они говорили, за сетку моря рыба будет. А рыбы ведь нет перед рыбой. Ну и вот и все, весь процесс. Вся любовь. Рыбаки, которые на самом деле море работают, долгожителей практически нет. Море она дает и море забирает очень много. Подтяни-ка ты этот руками этот. Когда бывает течение, хватит трава там, ну, рыбак вообще очень тяжело работать. Алло, я уже во дворе. Что с тобой, елки-палки? У нас же есть фельдшер здесь, нахрен. Ай, примять, не могу говорить. Ты присядь тут. Не могу присесть. А что ты можешь? Ну, лег. А лежать тоже не могу. Это что у тебя за... Ой, понимаешь, твой живот болит, твой живот болит. Так, я поехал за это, привезу лаюзу, врач. Ты сам ничего не можешь сделать. Я могу, но я, понимаешь, я могу укол тебе сделать, катарол, обезболивающий. Давай. Я-то, нет, подожди, давай, слежи. Дело в том, что слушайте внимательно меня. Я же не врач, она-то здесь, если бы ее здесь не было, я бы сделал. А сейчас, если я... Это-то тебе сделаю, а вдруг ты крякнешь, блядь, а потом меня посадят, нахуй, скажешь, дядьку убил. Это наш фельдшер. Врач. Без всяких границ. Нет, врач у нас, там главный человек острый течет. Ой, боль. Ураганная боль, примяш.
Желудок? Да, похоже. Ты у тебя это самое, ну ты ляг, ты так боком встань. Не могу, ну она нет. Посмотрит, хоть что-то, живот пощупает твой. Еще она как будет смотреть твой живот? Еще вот так потрогай. Чего ты айкаешь? Стой, не ори. Теперь ты мужик, что, девочка, что ли? Нет. А нет, нет. Где у вас? Где болит? Желудок. Вот смотри, вот здесь болит, да? Огонь у меня. Тихо, огонь. Да. Огонь. Внизу болит или где болит? Покажи. Обезболивающий, делайте обезболивающий. Тихо. Ваше давление систолическое. Все, ложись. 225. Ваше давление... Все, хватит болтать. Ну-ка, давайте снимайте. Давление тоже большое, смотрю. Нож поесть? Нож поесть, дед. А вот, тем более, надо нож попить. Зачем ты это всю дробидень пьешь? Воткни его туда. Все. Сейчас тебе нож сделаю, ты будешь как огурец бегать. Я после армии пришел и стал работать на тракторе, этот, как ее, Т-40 трактор. Вот мой трактор, зеленого цвета был, весь навороченный. Вот что от моего трактора осталось, елки-палки, а. Людей возил на работу на этом тракторе, прицеп был, кунг на нем был. Вот, потом сено, комбикорма, продукты в магазин, там всякий дробидень, короче. Вот что-то видишь, что есть какая-то херня. Вот видишь. Это сварщику в любом случае пригодится нам для работы какой-нибудь. Короче, вот так. Это тоже нам пригодится этот. Эта вещь. Дрова можно с ним даже сделать. Был колхоз-миллионер. На 13-й годовщине, вот так назывался он. Чинили сетки, ремонтировали, там одни ставили, и были бригадами, артелями там. Одни ловили, другие чинили, третьи мыли. Был у нас Ан-2 летал самолет, 45 минут с Махачкалы, и ты здесь. Вагончик стоял, дизельный этот, ну, стоял, для, ну, свет. И вот сюда вот самолет, от кустов не было здесь. Это сейчас выросли кусты. А кустов не было, и самолет вот сюда садился. Вот. 3 раза в неделю прилетал. 5,50 билет, по-моему, стоил 5,50 или, ну, где-то так, возле 6 рублей, короче. Получается, что тогда мы жили в хорошие времена. И я рад, что я застал эти времена. Хоть видел это сейчас. Детям, если это рассказывать, они даже, наверное, и не поверят в это. Советский Союз мог такие деньги платить, обеспечить людей. А у России, наверное, столько денег нет, чтобы так обеспечить людей. Тянуло и травой забило. Ой-ой-ой, вот селедка. Пузанок. Погода тоже бывает у нас какие-то. Ветер задует, можно неделю не выходить в море. Вот как сейчас сидим уже сколько. Практически ноябрь нормально не работали. Оторвался, что ли, не пойму. Ничего. Якорь, зараза, не держал. Сейчас вот сделали лицензионный лов. В этом году вот с мая месяца, 1 мая ловили вот по лицензии. И вот сейчас вот осенняя путина вот ловит лещ, жерех. Ну, в лицензии то, что есть лещ, жерех, судак. Лещ – это вещь. Ага, что-то попался нам. Железка какой-то. Какой-нибудь якорь непременно, ну да, непременно якорь, старый, непременно старый якорь.
Видишь, даже беде. Так и море, что только нет. Она раз на раз не приходит, но обычно, как правило, дело к осени. Ну, зимняя вот эта ловля. Она обычно этот мусор туда-сюда. И до самой весны вот это бывает, когда начинает. Единственное, когда она уже как бы трава, что ли. Ну, вот это, видать, уже отцветает трава свое это. И она, видать, сама отпадает в водоросли. Видать, свой период. А потом, пока ее вот за зиму всю не замоет, куда-нибудь не умоет, не унесет. Вот она как бы это. Ну. И постоянно так сетки. Вы на раз поставишь полный. И на раз ставишь, выдираешь. Потому что не дает рыбы, короче. Вроде рыбешка есть, а вон еще, а эту нету как ее. А трава не дает, забивает сети и все. И приходится выдирать сети. Фу, господи, вышло. Душа-то у меня всегда болела за этот остров. Моя родина, родина моих предков. По сегодняшний день я на что-то надеюсь, думаю, все-таки может как-нибудь там возродиться. И не хочется мне, чтобы он вообще погиб, как Лопатин, вот, с лица земли, ну, стерся, можно сказать. Может, людям надоест вот этот коронавирус, может, там, пандемия, вот это надоест им. Может, они поймут, что надо идти вот такие места, где жизнь будет на островах, как в Божьем Писании бабушка говорила. Ну, все-таки надежда умирает последней. Может, Бог даст и на нашей улице будет праздник.